Необходим нам любезно предоставляет или мне компания Олимп Консалтинг. Перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Видим картой или под названием Днепр есть легенда карты, где я отобразил основные характеристики или параметры, которые нам, в общем-то, так, мне кажется, очень наглядно показывают состояние рынка недвижимости на конец июня 2024 года. Давайте тезисно пройдусь именно по этим параметрам. Количество предложений, друзья, на рынке жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, видим 29 тысяч. Это в июне месяце, что на 1,8% больше, чем было в мае месяце. То есть активность по предложениям, друзья, выше, чем в прошедшем мае месяце. Дальше, социальное жилье. Это уже стоимостной показатель. И, естественно, это вторичный рынок. Я буду называть только процентным соотношением, что произошло в долларах за квадратный метр. Вы можете сами прочитать. Видим, что снижение за месяц минус 0,35%. Квартиры, также вторичный рынок, эконом, комфорт, бизнес-класс. Снижение за месяц минус 0,24%. Ну и переходя к первичному рынку квартиры эконом-класса, видим, что снижение, друзья, тоже отрицательная динамика. Снижение минус 0,20%. Первичный рынок квартиры комфорт, бизнес-класс. Я объединил два класса. Комфорт – это отдельный класс, бизнес – отдельный. В одну выборку. И видим, что здесь снижение минус 0,17%. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса показали также нам отрицательную динамику снижения минус 0,15%. Хочу обратить ваше внимание на то, что стоимость квадратного метра очень сильно отличается как на первичном рынке, если мы сравним элитный класс 1361 доллар, с эконом-классом 508 долларов, да, то есть больше, чем в два раза. Ну, естественно, на вторичном рынке та же самая ситуация. То есть вот так вот, друзья, такой рынок жилой недвижимости в разрезе классов и сегментов, то есть первичного и вторичного рынка. Настолько сильно отличается стоимость квадратного метра. Переходим от